Здравствуйте, друзья! Привет! С вами Саша. У Саши обновка в виде передничка, или фартучек, да, как правильно назвать, фартучек. Фартучек нам привезли из Киева, приехали гости, и там бутылка туда, бутылка сюда, а это, говорят, специально для Саши. Представляете? Саша, тебе вот со всего мира свозят подарки. Угу. Значит, теперь, что ты будешь делать, нам покажешь в этом фартучке? Я могу прыгать, не двигать ноги. Эй, еще моя очередь. Эй, что ты делаешь? Оп. Не, пошел, вместе прыгать бы? Так, ребенка сбросили. Так, значит, Саша прыгает, не двигая ногами. Я понял. То есть ты не сгибаешь ноги в коленях? Нет, и не двигаю внизу ноги, только руками. Оно очень классно. Так, как у нас прыгает Наташа? Наташа, давай, иди. Иди прыгай на батут. Знаешь, как нам нравится прыгать? Нет, подойди, пойди. Пусть не надо музыки, не надо музыки. Давай, Наташенька, прыгай. Как ты это делаешь? Так. Ну, Наташа, а как ты считаешь, кто лучше прыгает, ты или Саша? Кто лучше прыгает? Наташа? Я. Так, хорошо. Так, а ты еще в ладоши? Ну, стоп, раз, два, стой, раз, два. Так, куда? Не трогай. Нет. Я встаю. А ты знаешь какую-нибудь песенку или стишок? Не, подожди прыгать-то, хватит. Оп, Саша, спой песенку, давай песенку. Она знает какую-то песенку? Знает, Лялю, спой песенку. Давай, петь будем? Спой песенку. A, B, C, D, давай. Ты же умеешь, не стесняйся. Ну что, петь будем? Нет. А чего? А что будем? Прыгать. Так. Эй! Друзья, Наташа расскажет нам о своей кухне. Расскажешь? У меня есть... Ой! Это машинка копать. Копать? Да, нет, солнышко, ну... Ляля, смотри, это что, Ляля? Холодильник. Да, холодильник. Что в холодильнике? Ничего, Ляля, смотри. Осторожно. А давай покажем, что в морозильнике. Это морозильник? У-у-у! Так, что там у тебя? Постой, Наташа, давай нашим зрителям покажем, что у нас... Ляля, давай откроем, и ты покажешь, давай. Давай. Саша, ты, мне кажется, не даешь ей раскрыть-то. Так, покажи. Ну, что это? Мне кажется, это груша, нет? Да, да. Ну, так подожди, а куда ты их тащишь-то? А, ты хочешь положить в холодильник что-то? Нет. А, она их помыла. Там у нее раковина. Так, так, так. Ой, это ложка. Это супчика. Для супчика, я понял, понял. Ням-ням-ням. Ложка для супчика, я понял. Ням-ням-ням. Так. Так, так, так. Давай, а это что, подносик какой-то, нет? Подевай. А, это одежка для девочки. Нет, Наташ, давай так, мы на кухне сейчас, давай. Мы возвращаемся на кухню. Что пьем? Сок. Сок. Или можно по-модному вино. Нет, да? Ну как, вино. А по-модному это сок. Это? Что это? Yes. А смотри, что она делает. Покажи, что она делает. Что можно сделать с грушей? Нет, а кроме того, как скушать? Да, а пополам ее нельзя разломать? А пополам? Пополам. Ляля, найди ножик. Где твой ножик? Сейчас. Ай, ты все твои ножики куда-то... Ну да, это кухонное такое устройство. Саша, ты тоже играешь в этой кухне или это только для Наташи? Нет, Ляля, вот ножик, вот столик. Вот ножик и столик. Да, вот. Друзья. Покажи. Вот такая кухня. Садись тут, покажи, и тут парешь. Вот. Да, значит, у нее груша. Так, груша нельзя скушать. Что это, друзья? Груша? Груша. Нельзя скушать. Это то, что, это то, с чем играет Наташа. А баба. Ой, грибочек. Давай, что нашел это? Грибочек. Грибочек нельзя пополам? Ляля, смотри, а что делается? В кастрюлю, так. Смотри, а что это? Ананасик. Да, только, Ляля, смотри, что ножик, мы делаем вот, с ананасиком? Вот, вот. Мы его вместе делаем? Что это, боже? Когда мы режем, Ляля? Да, да. Стой, Саша, отдай. Это ананас? Да. Ляля, когда мы режем, помнишь, мы вверх выкидываем, да? Зеленую это выкидываем. Нет, да подожди, мы... Оп, раз. Так, еще раз. Раз. Это выкидываем, положим в мусорку.
А где мусорка? Вот мусорка. Вот мусорка. Вот там мусорка. Окей. Все, выкинули. Так. Значит... смотри, а можно киви вместе? И мы ее положим что все это? Аккуратно. Это киви? Давай. Это киви. Давай, дайте. Давай, положим все на место. Дайте ребенку киви. Пусть дайте ребенку киви, пусть разрежет. Так, берем киви. Опа! Хорошо, хорошо. Так, Наташ, у меня к тебе вопрос. Слышишь? Грушу давай, режем грушу. И рез. Наташа, вопрос у меня к тебе. Что ты больше всего любишь делать на своей кухне? Так. Ой-ой-ой. Тоже порезали. Наташ, возвращаемся к вопросу. Что ты больше всего любишь делать на кухне? Супчик. Что на меня? Супчик любишь делать? Да, сделай салатик, дедушка. Дедушка скушает салатик. Давай? Она умеет салатик делать? Да. Ляля, где мисочка твоя? В общем, друзья... Вот, Ляля, мисочка. Сделай мисочка, салатик, и все покушают. Да, друзья, вы видите, что навыки кулинарные закладываются с детства. В салатике у нас будет груша. Так, мы ее третий раз уже режем. Вот. Окей. Так, лимончик. Да, так, лимоны. Ананасик. Киви. Там у нас еще помидоры какие-то, я знаю, да, там? А это что, синее такое? Это виноград, что ли? Виноград, да. И все, Ляля, давай, дедушке. Дедушка покушает. Надо еще видеть. Да, да, и водичку положи. Что там у тебя? Там такое ощущение, что персик. Да, это персик у вас? Красивый такой персик. Да, это персик. Персик. Ну что, друзья, вот так проходит детство. Так проходит детство. Сок на полу. Вот, хоть и большая девочка, но сок пролила. Кушать. Так, да. Дешка, она кушает. Я ем. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот. Но что хорошо в разлившемся соке? Друзья, я взял и вытер. Это гораздо хуже, если бы бокал разбился. Ага. Ну вот смотри, Саша, в чем принципиальная разница между девочкой 10 лет и девочкой 2,5 лет? В чем принципиальная разница? Маленькая девочка кричит, так. И бьет, и кусается, и... щипается, большая девочка. Что? Ну, я делаю наоборот. Водички. Вот так. Девушка, где входит водички? Водички, давай. Давай водички. Так, друзья, вот такие будни. О, водичку туда в холодильник холодную. Так, ручечка не вошла. Вот, нажали кнопочку. Тебе? Все. Дедушке даем, да, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Возвращаем. Кружечку. А поменьше кружки у тебя нету, чтоб? Поменьше. Да, поменьше. В общем, надо подумать, подумать, да, поискать. Друзья, вот девушка, это мусор. Мы на этом мусор. Да, это мусор, мусор. Все, мы расстаемся. Я думаю, уже все наши зрители наигрались. Вот, и мы с вами прощаемся.